Из-за сильных холодов в Европе в начале 2010 года туристам стало труднее путешествовать. А в столице России привыкли к морозам и придумали новый способ свободно плавать по Москве-реке в зимнее время. 5 яхт-ледоколов будут теперь катать туристов круглый год. Томас, пассажир одного из кораблей, приехал из Амстердама на выходные. Это необычная прогулка по замерзшей реке. В Амстердаме тоже есть подобные экскурсии, но там нет льда. Мне нравится эта прогулка. Ледоколы развивают скорость до 20 км в час. На своем пути они рассекают лед толщиной до 10 сантиметров. В это время, какой бы ни был мороз, пассажиры могут наслаждаться путешествием в тепле. Такие зимние водные прогулки в диковинку и детям. Мне понравилось, что он полит лед. И это так интересно, что ни один топор не такой. Такой лед не может проколоть, а ледокол его полит. Я еще никогда не видел, как корабль бьет такие огроменные льды и сбивает их. И появляются вот такие дырки. Я никогда такого не видел. Первый раз тоже, как Вероника, плыву на корабле. Прогулки по Москве-реке длятся 2 часа. Во время путешествия можно не только полюбоваться видами из окна, но и посетить ресторан на борту ледокола. Планируется использовать корабли также для вечерних прогулок, украсив их специальной подсветкой.